Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная Самара не знает поражений в Суперлиге. Золотая шайба, старт дворового хоккея в Самаре намечен на середину декабря. Старт золотой шайбы намечен на 19 декабря. Об этом сообщили на совещании по организации турнира для юных хоккеистов. Открытие планируют провести в Ледовом дворце «Кристалл» поселка Мехзавод. Соревнования пройдут в 4 этапа. В финал выйдут 6 команд, по 2 в каждой возрастной группе. Победители турнира получат ценные призы. В прошлом году это были подарочные сертификаты на покупку хоккейной амуниции. Сейчас ведется прием заявок на участие в турнир, который завершится 27 ноября. «Золотая шайба» проходит в Самарской области 4-й раз. С 2012 года количество команд-участниц увеличилось в 2 раза. Важно, что увеличивается не только количество команд, но и количество муниципалитетов, принимающих участие в турнире. Вот если в 2012 году у нас стартовало всего 16 муниципалитетов, то в этом году планируем участие 39 и 45. Баскетбольная «Самара» продлила победную серию до 4 матчей. На этот раз в Суперлиге столичный клуб 63-го региона оставил неудел команду «Иркут». Счет 70-52. Начало первой четверти было за «Иркутом». Они вели в счете, но главный тренер «Самары» Сергей Зазулин нашел нужные слова на скамейке запасных. И лидер национального чемпионата показал, кто на паркете хозяин. Мощный рывок в 15 очков поставил все точки над «и» в этом матче. «Иркут» пытался наладить свою игру, но у них это плохо получалось. Четвертая победа подряд у «Самары», и клуб закрепился на вершине турнирной таблицы. Я считаю, что ребята провели очень хорошую игру, мотивированы были. Вторую игру подряд мы первый период играем без ошибок. Это говорит о подготовке к матчу. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.